Здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Евгений, я представитель команды Авито. Как вам сегодняшняя игра? Что вы могли рассказать, поделиться какими-то переживаниями, может, победами? Нет, победами, к сожалению, не могу поделиться. Игра была тяжелая, примерно равная, но нам удалось меньше реализовать своих моментов, чем соперников. Как вам в целом впечатление от чемпионата? В целом играть интересно, интересные обзоры с игр. Единственное, не радует, что играем на улице в холодную погоду. Спасибо.